Хочешь участвовать в следующем «Голосе»? Да. Вот да. Если бы я тебе сказал, Даш, тебе не надо будет участвовать в конкурсе, я тебя договорюсь, я работаю на Первом канале, я договорюсь, чтобы тебя взяли. Готова так? А я сама проберусь. Ты что, не хочешь по блату пройти в «Голос»? Я проберусь и утащу Лободу. Ты сейчас говоришь, как любой военнослужащий в этой стране. Наверное.